Возьму я лист и карандаш и нарисую деревья голые, опавшую листву. Музыка, живопись и спорт. Самодеятельный художник Олег Завгородний уверен, что человек при желании может добиться многого и даже того, что кажется ему невозможным. Свои работы всеобщему вниманию зрителей представил впервые 60 живописных картин. И среди них много таких, которые буквально пропитаны морским бризом и женской красотой. Море, оно стихия, это эмоция, это вот самопереживание какое-то, вложение души. Женщины, ну, женщина – это как Марина, морская тематика, вот, как хочется возвышить. Женщина, она всегда была возвышенная. Картины великого Айвазовского вдохновили Олега Завгороднего на полотна с морскими пейзажами. Большое влияние на творчество молодого художника оказала и персональная выставка Никоса Сафронова «Избранная». С тех пор писать картины – это не просто желание, а жизненная необходимость. В этом вся и суть, что говорят, что это неинтересно сейчас или как-то уже недостаточно уже как перспективно. А ты говоришь, что это есть, это надо и будет это. Наивная живопись – современный жанр изобразительного искусства. Георгий Яковченко – непрофессиональный художник и яркий представитель этого направления. Чистый, наивный, почти детский взгляд на мир. Вот главное отличие работ Георгия Яковченко. А еще со времен школы предпочтение в творчестве отдает натюрмортам. До сих пор с теплом вспоминает свою первую нарисованную тыкву на трех листах и похвалу учителя ИЗО. Потом он эти все три листа просмотренные показывает классу, ученикам другим. Те остаются удивленными. И он говорит: вот, ребята, нужно к чему стремиться. Главное, чтобы было желание. И тогда будет все отлично. Оба художники разные, безусловно, талантливые. Они разные по возрасту, по образу жизни, по мироощущениям, по своим занятиям. Но их, на мой взгляд, объединяет одно – это жажда рисовать, живописи. Для них все равно, что жить. Вот знак равенства они ставят между этими двумя словами. Еще 20 живописных и графических работ из фондов Азовского музея-заповедника украсили выставку. Эти картины и полотна непрофессиональных художников Олега Завгороднего и Георгия Яковченко можно будет посмотреть в выставочном зале «Меценат» до 7 февраля.